Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Денис. Что-то предыдущая запись навернулась, и вот приходится сейчас перезаписывать. Короче, в общем, получается, мы, чтобы пройти сюжет, поиграем с читами, чисто поугарать, пройти с пушками, по сюжету, короче. Так что готовьте чай, приятного просмотра, ставьте лайки, приглашайте друзей. Короче, полный вперед. Надеюсь, в этот раз все будет нормально. Погнали. Ну да. Окей. Чё жрать-то? Мне не нужно жрать. Ты находишься в транспортной системе комплекса. Иди за контейнерами. Так ты попадешь прямо в грузовую зону стоянки подлодок. Окей. Блять. Так, нам не сюда. Так, если нам не сюда, значит нам... Да, перезарядка тут, конечно, веселая. Ничего не скажешь. Насчет перезарядки вообще топ. Топ-топный просто. Так. А, еще издалека поперлись, да? Бывает, чуваки, бывает. Так, стоп, я уже запутался вниз. Походу, что да. Бывает. Внимание персонала. Восстановить безопасность станции. Откуда? Ты подох! Не дай ему уйти! Блин, иногда реально просто не видно откуда. А слава как Сбербанку, да? А, можем отсюда. Да сколько вас достали? Ладно, раз нам сюда, попремся сюда, да? Открывай стену! Тревога! Тревога! Сатана! Эй, ты! Они, походу, кроме «Эй, ты, сосунок» слов не знают вообще. Да?
Вы, видимо, больше слов не знаете, да, чуваки? Ну, вообще класс, просто забавно. Чё сказать? Так, ладно, Господи, попрёмся сюда. Что за чёрт? Что такое? Эй, ты! Ну, не знаю. Вниманию персонала. В системе транспортировки контейнеров обнаружен посторонний. Требуется его обезвредить. Посторонний контейнер обнаружен? Воу. Простите. Осень золотая, блин, холода. Получается вот такие состыковочки. С грядущей простудой, блин. Так. Не стоит связываться со Сбербанком. Да? Шутка, юмор, смех. Ага. Так. У нас, значит, все открывается таким методом, да? Он серьезно решил, что один человек может остановить United Arms? Я пошлю ему твои останки по почте. В конверте. Или это почта России просто, да? Я думал, ты будешь там вечно стоять, чувак. Умри, 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 сукин сын! Ой, бля! Кончай его! Если бы вы написали «кончай в него», было бы смешнее. Так. Ты чё, правда думаешь, что если ты сбросишь бочки, ты от этого станешь умнее, да, чувак? Прикрой меня! Граната! Нет! Граната, друг солдата, нет! Да? О! Ху-ху-ху! Лови. Да ёб твою мать. Нет. Сдохни. Они походу, кроме слова «сдохни», ничего не знают, да? Да ёб твою мать. Где ты там? Граната! Да... Нет! В смысле, бочка взорваться должна, а не улететь? Что за чёрт?
И в каком плане я проиграл? А? Не дай ему уйти! Чувак, сколько ты раз это твердеть будешь? Блять, откуда ты знаешь? Блин, вы что думаете, если вы будете орать, я это? А, то есть, если я буду молчать, я подохну, да? Значит, я буду всегда говорить. Какие обидчивые выражения у вас, я прям, знаете. А я так думал, что... Нет, я так не думал. Вот именно, что нет. Корвин заблокировал прямой доступ на стоянку. Попробуй пройти другим путем. Я найду для тебя маршрут. А. Бывает. Стоп. Возьмем любимый калашик, да? Так, пожалуй, тут сохранимся. В принципе, сделали тут паузу. На всякий случай, мало ли. Игра захочет, как говорится, крашануться. От этой игры можно ожидать, в принципе, все что угодно. В неловкие моменты печали. Угу. Не, в этот раз все норм. Уровень третий. Так. Угу. Так, стоп. А, вот, все, понял. Так. Так, Джек, Корвин везде поднял тревогу. Ты подходишь к их столовой, ее надо пересечь. Гвозди. Умри, умри, умри. Я тебя чё, гвоздика, блин? Чтобы меня гвоздить, а?
Сосана! Прикрой меня! Прикрой меня! Слава, Юа! Слава! Так, стоп, а как мне... А, мне через кухню проходить? Ну, просто шикарно. В конце зала есть лифт, который ведет на стоянку. Ага, ага. Прикрой, эй, ты! Отправляйся, Вар! Да вы не... Вниманию сотрудников службы безопасности. В секторе Б6 происходит боестолкновение. Отряд Гекон не отвечает. Проясните ситуацию. Станция перекрыта до дальнейших распоряжений. Так, перезарядочка. А чё не папа? Заколебали. Мама, 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 мама. Нет бы, дядя. Сказали, он типа агент ЦРУ. Шутишь, что ли? Я сам на ЦРУ работал. По-моему, он так просто, герой-любитель. И ни хрена не секретный агент. Уж посекретнее тебя, придурок, блин. Внимание всего персонала. Тревога. Замечен нарушитель. Всем постам. Тревога. Анекдоты там без меня травят. Они перекрыли весь отсек. Единственный выход через старый шлюз в рубке управления центрифугой. Это зона усиленного режима охраны, но другого пути нет. И, Джек, не лезь там на рожон. Тебе легко сказать. Вниманию сотрудников службы безопасности. Безопасность не восстановлена. Замечен нарушитель. Всем постам пребывать в готовности. Найти, задержать, уничтожить. А, нам, значит, сюда. Вниманию персонала центрифуги. Использование огнестрельного оружия может повредить диамагнитный щит ядра. Мощность защиты снижена до 64%. Ага, прикрываю! Нет! Так, и что нам делать? Так, не пойму, а нам куда? Останови его, связываться с Юа! Тревога! 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 Снять его! Блин, да я реально не вижу, где вы там, блять. Наверх? Серьезно? Он должен умереть. Но вы крутые. Обязательно! Так, значит, наверх, да? Только непонятно, зачем я туда лезу наверх. Так. Ага, то есть нам там делать вообще нечего, да? Но... Пока. Так, стоп, это что, просто так, что ли? Я что-то думал, что...
Так, интересный поворот событий. А зачем нам тогда вообще сюда? Без вариантов. Внимание! Ситуация на центрифуге вышла из-под контроля. Всем элитным бойцам немедленно явиться к центрифуге. Ну хорошо, все у тебя получилось. Но я же сказал, не лезь на рожон. Теперь делай ноги оттуда. Тебе просто говорить. Делай ноги, делай ноги. Так, а зачем нам вообще сюда? Так, подожди, тайник это понятно. Ой, блин, так, стоп, лестница, я ее потерял. Лестницу. Так. Да ё-моё, не так забрался. Бывает. У нас теперь уровень четвертый. Престон, вашу так. В чем теперь проблема? Опять? Я засек подводные толчки. Наверное, Корбин запустил реактор. Вот идиот. Чек, у нас осталось мало времени. Времени на что? Какой такой реактор? Ведите меня на ту чертову стоянку. Слушай меня, Джек. Ты подходишь к старым лабораториям. Если пройдешь через них, попадешь на стоянку. Докладываю, все чисто. Да вы круты. Что все чисто. Да ё-моё. Ну что? Прикрываю. Где ты там, прикрыватель? Взорвать его! Чё за прикол? Это ты был? Прикрыватель. А, вот она как. А тут вообще без фонаря не вариант. Ничего не видно, нифига. А, можно так, точно, без стрельбы. Я что-то... Я
Прикрываю. Опять привет, прикрыватель, да? Прикрыватель, дознаватель. Чё? Пока! Это была магия, мужик. Прикрываю. Крикун. Куча патронов, куча всего. Так, стоп, а... Куда дальше-то? После того, как мы сюда-то зашли. В эту дырку, походу, да? Чё за прикол? Что у меня там? Так, не пойму, нам в дверь? Иди сюда! Вон там! Не, бочки на меня сбрасывать не надо, ребят. Я против. Служба безопасности. Ну и давай-ка! Нет! Попал! Сдохни! Так, наверное... Давайте сейчас я сохранюсь тут. Вот. И на этом месте мы закончим эту серию. И уже в следующей отсюда начнем. Спасибо за просмотры. С вами был Денис. Ставьте лайки, приглашайте друзей. Будет тоже интересный, трэшевый и разный материал игровой. И не только игровой. Так что всем до встречи, ребята. Всем удачи. Всем пока.